светить около них в кустах, чтобы когда эти челики будут на камни заходить, как будет убивать. Смотри, мы вот так поедем, вот сюда нырнем, вот здесь, видишь, тропинка. Ты вот отсюда просто наверх сюда поднимешься, где, где стоишь. Вот здесь подъем, вот это подъем. То есть машина будет медленно ехать вот здесь, надо скорость сократить. Соответственно, если поедет, передаешь и все, и привет. А мы с Мурлоком съедем вот сюда, по этой тропинке, вот сюда съедем, здесь прочекаем. Что вот здесь поляна очень хорошая для высадки вертолета. И возможно, возможно вертолет вот сюда еще может высадиться. Мы попробуем вот эту всю хуйню встретить. Теоретически получится, получится. Не получится, не получится. То есть смотри, тебе надо будет ждать минут 5-6. Я смотрел по рентгену, то есть туда приезжают минут 6. Слышно? Да. Вертушки у вас там? Да, летят. Где-то на 200 примерно. Ты 3 кассеты зарядил? Да. Беруши на день. Все сделано, пулемон вижу одно. Но я не буду сейчас работать. Не-не-не, надо. Три вертолета. А, вижу. Вы там как? Блять. Раз-раз.
Раз, раз. Батыр. Не вижу. Давайте следующий кого сделаем. Всем следующий кого. Слышно? Раз, раз, раз. Шайтан, связь. На метке. Просто шипение, дай пиши метку. На метке. Метку не вижу, продублируйте. Шайтан. Да. Где ты? Ну, актуально. Я тоже твою не вижу метку. Кто-то видит твою метку? 112, 123. Я, наверное, пришел сюда. Понял, про который самолет вы говорите. Так, ты здесь будешь с нами? Да я ищу, где мне с РПГшкой можно. Софи убивается. Я пойду помогу ей. С стороны камней, где не знаю, кто должен был сидеть, стреляли. Вот здесь примерно. Следующее КВ сделаем быстро. Следующее КВ. Следующее. Вот он, контакт. Егор? Нет. Женя? Батыр, по-моему. Я достал бурочку. Я встал на ваш. Батыра убили, походу, да? Давайте следующую. Давайте следующую. Сколько убили-то хоть? Может, нам стянуться к триггеру уже поближе? Давайте. Время так там много прошло. Как внимательно смотрите. Давай попробуем. Светлые, они темные. Через что вы? Я через северо-запад. Нашел Егора убитого. Идешь по моим следам. Приметки. Ну я хуй знаю, где я вообще примерно ставлю. Взял эмку. Ты стрелял? Нет. Я в городе буду беситься сейчас. Здесь враги, я сейчас там слышишь. В домах?
тоже вы? Кто стреляет? Я работаю. Вы порите тоте? Да-да-да. Да, есть домах у воды. Лавкин. Рай. У меня враги в дымах. Лавкин. Следующий КВ. Следующий КВ. Кого триггер расхожу. Проверка КВ. Есть метки на врагов? Слышите? Тут враги дал метку. На камнях, короче. Да ты стрелял сейчас? Да, да. Там двое их было. Отхожу назад. Я тут тебя неподалеку. Схожу на КВ-триггер и скажу, что здесь чисто. Так, триггер, слышно, да? Сейчас, вот это вообще вверх положим, а потом переходи. А берегу, я... к берегу чё? Ты можешь побежать по камню, да? Там еще как рюкзак напихать себе. Ты пиздец. Да. Так, я тут?
пехоту уже подрывают самолетик, надо быстрее туда. Возможно, в дом зашел. Мертвый лежит. Блять, какая-то М-ка. Типы? Блядь, с окопов стреляют враги, слышь, вот это М-ка. Сейчас посмотрю. Да-да, в окопе сидит сучка. В окопе? Враг. Я тоже. Я не полез. Убил, да? Голову. Он в зелененьком, где, блять, будка. Эти метки на всех, кто живые остались. Поставил. Я вижу, там ящик стоит.
Самолет сел? Это же 100 работает, Сэмки. Миссия закончилась победой обороны. На этом наша серьезная игра окончена. Всем доброй ночи. Приятных выходных. Увидимся в воскресенье. Мы просили второго вертолета все вместе. Да он забоялся. Он что-то понял. Больше роликов по серьезным играм я заливаю на Boosty. Ссылка будет в описании под видео.